Номер «Тальяночка» зрителям представляют лауреаты конкурса Ксения Макеева и ее верная помощница Аля. Девушка уже 3 года занимается дрессировкой собак, мечтает стать профессиональным кинологом. Со своим номером прошла районный и городской этапы конкурса «Подснежник». Говорит, это все благодаря артистичности Али. Ну, она очень жизнерадостная собака, достаточно умная, понимает с полуслова. С ней очень легко находить контакт. Вообще лучший друг и товарищ. В этом году в городском фестивале детского творчества «Подснежник» приняли участие 2000 ребят. Отборочные туры фестиваля проходили во всех районах города. В результате лауреатами стали 132 ребенка. Заключительным концертом лучшие юные артисты города выступили в Волжском Артеке. 2 года назад лагерь вернулся в ведение муниципалитета. Территория и оборудование были в заброшенном состоянии. Лагерь был обесточен, в него попала молния. Полностью сгорели все электроподводящие пути. В лагере больше 30 лет не менялись подушки, простыни, одеяла. За пару лет здесь заменили весь инвентарь, восстановили электричество, построили туалеты, 2 спортивные площадки, новый корпус. Насколько качественно выполнены работы, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Нам были показаны новый корпус, условия для гигиенических процедур. Я считаю, что очень современно все построено. Конечно, нужно еще вкладывать сюда ресурсы. От развития детей зависит будущее страны. Я придерживаюсь такого же абсолютно подхода в своей работе. И вся администрация будет настроена на то, чтобы максимально оказывать содействие нашим детям в отдыхе, в развитии, в образовании. Благоустройство территории лагеря продолжится. Здесь также запланировано строительство бассейна. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков. События.